Мы ведь так давно мечтали пойти. И никто нам это просто так не обломает. Чёрта с два. Мы это заслужили. Это будет лучшая ночь в моей жизни. Ну что, сделаем это сегодня? Да! Снимемся в величайшем фильме ужасов всех времен? О, чёрт! Нет! Добро пожаловать на Бладфест, ублюдки. Мы пересмотрели сотни фильмов ужасов, а теперь сами попали в один из них. И никто не знает ужастики лучше, чем ты. Именно в этот момент тебя и хватает. Обычно. Хватает кто? Есть два варианта конца фильмов ужасов. Первый – выживает один человек. Второй – не выживает никто. Вот сейчас и узнаем. Что, если я тебе скажу, что ты сегодня умрешь? Сейчас я этого монахиню размажу! Зима для букашек – страшный враг. Но к ней можно подготовиться. И каждая букашка делает это по-своему. А если на пути встретятся враги, можно послать сигнал другу. И он примчится. Но что, если друг попал на далекий остров? Что, если спасать нужно его самого? Выход один. Найти капитана Сорвиголова и лететь на помощь. Другой конец света. Другие букашки. Другие опасности. Что же будет? Успеют ли спасатели? Или их самих надо спасать? В кино с 25 апреля. Ты знаешь джунгли? Это твой дом. Но исследования — это не шутки. И если не будешь осторожна... Я в порядке, Буц! Мы кое-что обнаружили, Дора. Древний город из чистого золота. Парапата. Мы с мамой отправляемся в поход. Со мной! Прости, милая, но тебе с нами нельзя. Что? Твое место в городе, среди ровесников, вроде... Кузена Диего. Тебя будут приглашать на вечеринки. Называются рейв. Где музыка такая? Go get it! Будь аккуратна. Это все, о чем мы просим. Кузен Диего! Ты более энергичная, чем я помню. Дора, это школа. Старайся не выделяться. Просто будь собой. Прошу прощения. И расслабься, Дора. А это что такое? Так откуда ты перевелась? Из джунглей. Вот список того, что надо найти. Разбейтесь на группы по 4 человека. Привет, Дора. Отпустите меня! Прячься! Ты поможешь нам найти твоих родителей и затерянный золотой город. Где это мы? Вокруг одни джунгли. Вижу еще троих вооруженных наемников. Потрясающе. Дора захватила с собой наш народ. Идите за мной, если хотите жить. Я работаю с твоими родителями. Вы все в опасности. А мы все здесь умрем. Не стоит преувеличивать. Уберите ее! Уберите! Буц! Разумеется, она дружит с обезьянкой. Это наш шанс!
должна найти их, несмотря ни на что. Она просто чума. Бежим! Теперь мы в безопасности. Стоять! 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 Уже не дети. О чем ты думал? Что мы будем весь день сидеть в подвале? До конца жизни играть в игры? Для меня важно, чтобы вы не боялись. Я хочу, чтобы вы чувствовали, что здесь по-прежнему ваш дом. Поздравляю с 4 июля! У тебя еще много друзей-детишек. Огонь! Официант, соус, пожалуйста. Свиньи. Привет, это я, Ред, с возвращением на остров птиц. У нас здесь все по-прежнему. Я, разумеется, местный герой. А война с Леонардом и его свиньями... Сейчас немного посиплет. Никогда не закончится. Безмозглые пернатые. Вот же свиньи. Полагаю, это судьба. Птицы и свиньи враги навсегда. Ну привет! Я пришел с миром! Больно же! Рэд, знаю, у нас с тобой были разногласия. Но мы обнаружили еще один остров. Активировать пушку! Они планируют уничтожить нас всех. И вот что самое страшное. Мы должны зарыть топор войны и объединиться. Ты что, с дуба рухнул? Вы здесь, потому что каждый из вас спец в своей области. Из тех, кто не занят. Мы должны быть готовы ко всему. Вот что пытается сказать мой ассистент. Ассистент? Это кто тут ассистент? Дай, я возьму. Полный провал. Ты обрекаешь нас на смерть! Я здесь главный. Вообще-то я. Я ем грязь. Ладно, народ, погнали. И это они? Это суперкоманда, ради которой я так надрывался? Ну что ж, я разочарован. Мы проникнем туда незамеченными и деактивируем оружие. Привет, товарищ охранник! Нужно раздобыть ему пропуск! Ну что вы тормозите? О нет, он уходит! Черт, хватай пропуск! Слышь, чувак, я только... Там обитает нечто. То, что я ждал. То, что я уже убивал. Я забирал его жизнь.
Теперь оно хочет забрать мою. Хоть кто-то рад, что я дома. Это сон. Ты спишь. Сейчас.